По статистике, ежегодно в мире проводится более 17 миллионов пластических операций, из них более 8,5 миллионов с хирургическим вмешательством. Как и прежде, среди самых популярных трансформаций внешности – это увеличение груди, исправление формы носа, пластика век и подтяжка лица. Стоит также отметить, что к подобным операциям все чаще прибегают не только женщины, но и мужчины. Печальным же остается тот факт, что маниакальное стремление к внешнему совершенству зачастую приводит к чрезмерному увлечению пластической хирургией, что не только не приносит человеку успеха и признания, которое он желает, но и вовсе уродует его облик, а также становится причиной появления многих психологических проблем. Я назову вам только несколько неудачных примеров пластических операций среди знаменитых людей нашего мира. В июле 2012 года 79-летняя американская актриса, телеведущая, бизнес-леди Джоан Риверс заявила о своем решении навсегда отказаться от ботокса. Цитирую. «На моем дне рождения я даже не могла задуть свечи на торте, все лицо стянуло», признала Джоан. «Вы можете меня спросить о чем угодно, а я буду только говорить «Угу», едва сдвинув губами». Итальянский модельер Донателло Версачи начала эксперименты со своей внешностью только после смерти брата Джани, возглавив в 1997 году модный дом Версачи. Первой процедурой стало увеличение губ. С тех пор именитый дизайнер не раз ложилась под нож. Ринопластика, мамопластика, уколы ботокса – и это всего лишь малая часть методов, предпринятых наследницей в попытках продлить свою молодость. Мой любимый актер Сильвестр Сталлоне, пытаясь избежать следов естественного старения, также неоднократно прибегал к услугам пластической хирургии. Самый большой урон внешности актера принесла ему пластическая операция, сделанная им в 2006 году, незадолго до выхода в прокат фильма «Рокки Бальбоа». Личный врач звезды предупреждал мужчину о возможных осложнениях, однако Слай все же согласился пойти на риск. Во время операции что-то пошло не так, и лицо Сталлоне невероятно опухло, а прежний облик был утерян уже навсегда. А вот 60-летний голливудский актер Микки Рурк удивляет общественность не только своим испорченным операциями лицом, но и внешним видом. Недавно папарацци встретили голливудского актера Микки Рурка в странном виде. Так 60-летний мужчина был одет в узкие леггинсы и рваную шапку. Поклонники расстроены. Сердцеед из фильма «9,5 недель» теперь больше похож на бродягу. Быть красивыми хотят все, но стоит помнить, что любая операция, даже самая простая, это всегда риск. А со своей внешностью и здоровьем лично я бы не рисковал. С вами был Алекс, неизвестный об известном. Ставьте лайки, смотрите мое шоу.